Меня зовут София. Я из Читы. Но я учусь в Маньчжурии китайской школы. Мой папа китаец, а мама русская. Окей, пожалуйста. Перед кроватью, но если я перебиваю. София очень воспитанная, милая девочка. У нее все в порядке с дисциплиной, она часто участвует в разных негласных мероприятиях, и она прекрасно вписывается в нашу большую школьную семью. Mm-hmm.